В зону. Зачем на этот раз? Есть такое слово. Надо. Кому надо? Не знаю, но слово есть. Что? Пора. Тихо. Твою мать. Вы чего? Оборотень. Мутант. Много их. Вокруг зоны бродит. Да что же это такое? Ни с того, ни с сего. Какой там оборотень? Это мальчик. Со мною. Этого мальчика зона не примет. Да меня любая зона в стране примет с удовольствием. Это убери. Это там не поможет. Это тебе не поможет. А мне только это и помогает. Не время ссориться. Идти нужно. Так, в зоне никакой самодеятельности. Идти след в след. Шаг в сторону. Да знаю, попытка к бегству. Интервью, провокация. Шаг в сторону. Шаг на тот свет. А провоцировать меня бесполезно. Убью. Смысл в запертой двери ломиться? Это такой русский обычай. Хочешь жить в России, соблюдай ее обычаи. Как же сквозь них пройти, а? А эти мозги на что? Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Восточное гостеприимство. Да что же они творят-то? Нам теперь что, всю дорогу так падать, что ли? Зона. Не упадешь, не отожмешься. Карабином брать! Да нам подавись! Неужто жив? Не расстраивайтесь. Дорога долгая. До конца все равно не дотянет. Я умирать не согласен. Я сюда не за тем шел. А зачем? Здесь, говорят, есть комната. А в ней озеро исполняет заветное желание. А какое у тебя заветное желание? Чтобы мир во всем мире. И чтобы, значит, дети жили счастливо. Одним словом, броня крепка, и танки наши быстрые. А вы зачем? Да я тоже, чтобы броня. Мир и благосостояние всего народа. Понятно. Ну, и я тогда, чтобы мир. Жмур!
Жмур! Это кто же его так? Да уж известно кто. Сказали, отдохни, позже поговорим. Вот и отдыхаю. Тут уже полгода. За что же вас? Один раз в жизни решил сказать президенту правду. И как? Получилось? Да, слава богу, нет. А то бы, конечно, досталось по первое число. А так, хоть и отдыхаю, но погон-то при мне. Ну, будь здоров тогда. Береги погоны. Это что такое? Сбор средств на восстановление свободной экономической зоны. Зачем? Только деньги зря тратить. Вся Россия платит, не спрашивает. А ты что? У меня всех. Нам денег не жалко. Лишь бы дошли по назначению. Ага, уже дошли. Здорово, ребята. Здравствуй, сынок. Тамбовский волк тебе, сынок. Ишь ты, папашу не признает. А я-то ему вон какое наследство отставил, ой. Ты кто такой? Не узнаешь. Равняй. Смирно. Наша служба и опасна, и трудна. Ты че это с рогами-то? Побудь с моё в зоне. Не только рога. Хвост вырастет. А сейчас... Я вас буду... Есть. Еще посмотрим, кто кого. А ну, с дороги, погонь. Уж и пошутить нельзя. Эх, не ценит нынче солдатской прямоты. А где же озеро? Внутри. Это что? Зеркало правды? Убью. Вот она. Первым к озеру должен пройти старший по должности. Не надо, не по должности, а по воинскому званию. Какая разница, кто первым? Это же не женщина. А, вот именно. Вот именно. А ну пропусти меня. Сам пропусти. Держи его. Меня. Держи его. Да пустите вы меня. Да вы меня пустите. Ух ты. Мальчик, говоришь? Да он тут всех взорвать хотел. Можно подумать, что вы построить. А ну пусти меня. Слушаю. О, Борис Николаевич. Да, я. Как здоровье? Лучше? Ну, слава богу. Как там в Барвихе-то? Ах, уже в Кремле. А мы вот тут думали... Ага. Понял вас. Понимаю. Хорошо. Непременно. Ракетка? Какая... Ах, ракетка при мне. Всегда при мне. До свидания, Борис Николаевич. Да. До вторника. Ну, что смотришь? Дверь закрой.